Во Вроцлаве проходит выставка динозавров. Вымершие животные мезозойской эпохи в натуральную величину. 8 точно изготовленных моделей рептилий из зоопарка в Красееве. Селезавр, скелетозавр, цератозавр и другие. Модели этих чрезвычайно интересных рептилий соответствуют оригинальным размерам. На Земле все еще растут виды растений, с которыми жили динозавры. Это растения и реликвии древних времен, сохранившиеся до наших дней. В ботаническом саду представлены хвойные растения и хорошо всем известные гинго, папоротники, саговники, которые до сих пор встречаются естественным образом на небольших участках суши, а также предки первых цветковых растений, представителей семейства магнолиевых. Так, выставка динозавров, которые когда-то жили в Силезии, была подготовлена в особом месте среди растений, которые были в эпоху динозавров. Посетить выставку можно до 30 мая в часы работы ботанического сада. Вход по билетам.